Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас вторник, 18 января. И сегодня у меня так, обычный будний день в деревне. Почистил сегодня крольчатник. У меня сегодня-завтра должны будут окролиться вот эти две калифорнийские самки. Это, наверное, видно не будет. Она тоже там сидит. Гнездо пока они не делают, но солому я им накидал. Сейчас еще добавлю. У этой она была покрыта с калифорнийцем, а соседняя покрывал французским бараном. Потом вижу, как оно, что будет у них по количеству и вообще, что у них получится. Сейчас утеплю эти маточники. Потому что сегодня будет мороз на ночь где-то градусов 5. Барашка у меня месяц назад, почти 26 суток, сегодня этим маленьким, она кролилась, был мороз 15 градусов, ну, здесь, наверное, градусов 13. Ну, как-то родила, вроде все хорошо было. Один только замерз. Этих тоже утеплю, там посмотрим. Завтра приеду, гляну, как оно будет. Освободил я им еще один сарай. Ну, точнее, не сарай, а помещение в сарае. Покажу потом. Это тоже уже на будущее буду делать под, для кроликов. И на днях тоже, вчера, доделал вот эту клетку. Пересадил сюда самку бургундскую, которая сидела в этой клетке. Вот так она выглядит. Вот в первой клетке сделал маточник, вот щенник. Вот там она сидит. Может, высоковато пока сделал, положил досочку, но она запрыгивает туда, потом, наверное, еще обрежу. Это я на случай, чтобы кролята пока маленькие не вылезали оттуда, ну, когда родятся. Все, у нее тут достаточно просторно. Эти у меня уже без маточника будут. Вот такое отделение. Размер я уже раньше говорил. Оно получилось 63 на 97 сантиметров. Длина 97, ширина 63, высота 51 сантиметр. Осталось укомплектовать поилками и кормушками. Ну, так вот, в каждом отсеке. Поэтому тут уже просторно будет. Да, изначально хотел по краям этой клетки там и тут маточники сделать, но до этого-то я хорошо добираюсь. Вот я еще потом сбоку дверь сделаю. Там будет сложно, у меня как-то сарай не позволяет. Длинную клетку сделал, поэтому. На будущее, вот еще второй ярус, когда будет, если понадобится, сделаю на втором ярусе. И у меня, где сидит калифорнийский кроль, тоже освободил вот сегодня уголок, и вполне можно будет вместить маточник. Ну, на данный момент у меня вот там 4, 5, а тут 6. 6 маточников есть, и 6 самок у меня есть, которых можно туда поместить. Будет надобность, сделаю больше. Пока так хватит. Сегодня в рацион добавлю еще дубовые веточки, ветки яблони тоже, с той яблони, что раньше пилил вот на днях.
прошло трое суток, как я последний ролик снимал. Но крольчатка заметно подросли. Мама волнуется. Уже глазки открыли. Пузатики. Такие вот. Все, эти пускай сидят. Сейчас покажу барашек. Вот такие вот барашки. У них шерсть длиннее и глаза слипаются. У этого открылись, у этого еще нет. Вот, вот такой махонький. И вот этот. Автолавка приехала, сигналит. Эти уже кушают сами. Комбикорм кушают. Сено.
Сделал я еще вот такую бункерную кормушку, тоже в новую клетку. Нашел была у меня сетка вот такая с отверстиями, чтобы мусор высыпался. Пока кроликов нету, но на будущее, кого заселю, тот и будет с нее кушать. На часах 4:30 вечера. Мороз крепчает. Маточники утеплил. Кроликов я тоже всех покормил. Сейчас только добавлю вот веточки яблони. Также в рационе у них были сегодня ветки дуба, сосны немножко. Комбикорм, зерно, это как обычно сено. Вот, поэтому будем ждать окролов. Завтра приеду, посмотрю, что у нас и как получилось. А на сегодня все. Всем крепкого здоровья. Всем пока. Вот и куда ты залез? Ну, давай, иди отсюда. Куда пошла? Иди отсюда. Вот какая нехорошая.